Здравствуйте, мои дорогие. Легкая операция, замена питания. Для этого надо поменять схему от одного питания к другому. Ну, под музыку, чтобы было весело, будем этим заниматься. Шпионский будильник, просто надо поменять батарейку. Начнем. Блин, какой я красивый. Раньше я не знал, что бывает так. Взгляд один и сразу два, сердце бьется в так. Целый мир вокруг так похож на сон. Мир, в котором две души зазвучат в унисон. Нам легко вдвоем, нам не надо слов, чтобы знать, что это нить между нами любовь. Неделимая, не случайная, нереальная тайна моя. Посмотри, посмотри в мои глаза, чтобы я сумел сказать, что ты значишь для меня. Тайна моя, подари, подари мне небеса, чтобы рядом в них летать, не прощаясь никогда. Если этот день я придумал сам, чтобы в этой пустоте не сойти с ума, я останусь в нем навсегда с тобой, чтобы знать, что это нить между нами любовь. Верю только в нас вдвоем. Даже если это все вдруг окажется сном, не случайная, нереальная, пусть и тайна, но только моя. Посмотри, посмотри в мои глаза, чтобы я сумел сказать, что ты значишь для меня. Тайна моя, подари, подари мне небеса, чтобы рядом в них летать, не прощаясь никогда. Посмотри, посмотри в мои глаза, чтобы я сумел сказать, что ты значишь для меня. Тайна моя, подари, подари мне небеса, чтобы рядом в них летать, не прощаясь никогда.
я частица бытия, что по своей вине в чужом очнулась мне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду словно в бреду, и смысла больше нет. Что остается мне? Надежду затая, шла сквозь огонь и дым, лишь с именем твоим, что я теряю сил, в бреду произносила я Бог забытия. Ты ангел небес, мне посланный с небес, в плену добра и зла, я все-таки смогла. Что, оказалось, что, короче, вот эта батарейка, которую я хотел заменить, она вообще сдохшая. Поэтому ее просто выкинуть нужно. У нее вон там видно
электролит потек. Здесь дырка в жопе. А вон то видно, потек электролит внутри. А я думал, что она лучше. Короче, я вернулся к старой версии. Правда, она разряжена. И сейчас, короче, я ставлю. Крышечку. Видишь, какой хитрый будильник шпионский. Он в флешку вставляется. Там камера скрыта под стеклом. Так не видно. Камера скрыта. Шпионский будильник. Ну что ж. Сейчас закроем и ставим на зарядку. Проверим, как мы. Включились без зарядки, чуть-чуть и погасли. Потому что тут еще батарейка чуть-чуть живая, в отличие от того, что хотел заменить. Ну что ж, все, по нулям. Поехали! Пускай заряжается, отдыхает. Батарейка здесь именно для того, чтобы когда отключаешь питание, они все равно продолжали идти. Такие необычные. Зеркальный будильник. Мне он так нравится. Не знаю почему. Хотя он шпионский. Будьте счастливы, мира и любви. Сейчас июль, жара. Вентилятор спасает, лишь только вентилятор. Пока-пока.